По 150 тысяч рублей могут получить тюменские ветераны Великой Отечественной войны на ремонт дома или квартиры. Сумма по такому виду поддержки выросла по сравнению с прошлым годом на 50 тысяч рублей. Воспользовались возможностью 105 человек. Всего на ремонт ветеранских квартир было выделено 14 миллионов рублей. То, что осталось от 2017 года, перешло на этот. Заявки от пожилых людей продолжают поступать. Депутаты городской думы предложили сделать процедуру еще проще. Сегодня мы проговорили, что до 9 мая всем ветеранам Великой Отечественной войны будет прям домой донесена инструкция, каким образом они должны поступить для того, чтобы иметь право воспользоваться этой субсидией. Деньги-то приличные на самом деле, и виды работ расширили. Сейчас в Тюмени проживает 4664 ветерана. Помощь им оказывают не только в канун праздника Победы, но и в течение всего года.